Всем привет! С вами канал Кухня Дома. Сегодня мы с вами приготовим кукурузную молочную кашу в мультиварке. Очень вкусная. Рецепт очень простой и готовится очень быстро. Нам понадобится молоко, кукурузная крупа, сливочное масло, сахар я беру 2 столовые ложки и соль по вкусу. У меня щепотка соли. В чашу мультиварки насыпаем крупу, заливаем молоком, добавляем сахар, соль и масло. Все тщательно перемешиваем. Закрываем крышку и ставим на режим молочная каша на 25 минут. Наша каша готова. В готовую кашу я добавляю еще немного сливочного масла. Очень удобно молочные каши готовить в мультиварке. Каша никогда не подгорит и молоко никогда не выкипит. На сегодня все. Благодарю всех за просмотр. Всем приятного аппетита и до новых встреч!